Заглядам асноўных падзей жыцця в области программа «Навіны рэгіёна» у студыі Крыстіна Каранкевіч. Вітаю вас і у гэтым выпуску глядзіце. Задание по посеве озимых збожжевых перавыканалі. У области засеяно 113% площа от плану. 188-я гвардейская инженерная бригада, что размещается у Пашкова, отзначила 75 год с дня заснавання. Первый могилевский Мебелаин марафон собрал больше за 3000 удельников. Драники и добрый настрой для усих. Як прошел фест у гонор самой любимой стравы белорусов у выпуску. Магілёўшчына перавыканала заданне па пасеве азімых збожжавых культур. На раніцу 2 кастрычніка ў вобласці азімамі засеяна амаль 209 тысяч гектараў, а гэта 113% ад плану. Азімае збожжавае культывіруюць ва ўсіх раёнах Магілёўскай вобласці. Традыцыйнымі для вырошчвання ў вобласці з'яўляюцца азімая пшаніца, трыцікалій, жыта. Культуры вырошчваюць як на зерне, так і на зялёны корм для жывёлы. Сяўбу ў вобласці ажыццяўляюць больш за 400 камбініраваных пасяўных агрэгатаў. У целом площа под азимое складуть амаль 230 тысяч гектаров. Ориентировочная сяўба притягнется до 5 кастрычника уключно. На пожары у Быхаве загинула жанчына, гарэў приватный жилый дом. Калі супрацоўнікі службы 101 прибыли до места здарэння, с-под даху ішоў густы дым. Дзверы были зачынены знутры. Падчас ліквідацыі узгарання у одном з пакояў выратавальнікі знайшлі тело 47-гадовой гаспадыні дома ўладання. Спецыялісты мяркуюць, что пожар мог адбыцца за неасцярожнасці при курэнні. А ў шклове падчас пожару выратавальнікі эвакуировали 19 человек, з іх 6 дзяцей. Узгарання адбылося ночью у интернате, никто не потерпел. Причину пожару высвятляють спеціалісти. День открытых дверей у юбилей войсковой части. 75 год с дня заснования отзначила 188-я гвардейская инженерная бригада, что размещается у Пашкова под Могилевом. Вороты у гэты день у войсковую часть были отчинены для всех цікаўных. Им показали свои напрацовки, сучасную технику, якая стоит на узброении инженерных войсков, а так само узнагородили тех, кто вызначился подчас недавних вучений и загады службы. И здесь мушка, и потом крок, нажимая, и он потом уже стреляет. Доведаться, як собрать, разобрать автомат, отчуть себе сапраўдным военным. Нават такому маленькому хлопцу счастье. На день открытых дверей для всех цікаўных войскоўцы проводили экскурсию. Тут спецмашины, якія удельничали у суместных вучениях, побач обмундирование водолазов. А гэта амаль фантастика, суперсучасная саперная техника. Дякуючи ёй, летась удалось найти и обезшкодить амаль 800 выбухово-небеспечных речевов. Здесь минаиск. Новый город, GPS, новый, бронежилеты, каски. Чем лучше оборудование, чем легче для сапер. Народ это все видит, дети это все посмотрят, потрогают на его, как это все есть. Так что детям, я думаю, что это интересно. И почаще бы такое было, чтобы дети это все видели, как в нашей армии. Все добро. Для гостей мероприемства, сярод яких, до речи, и кіраўніцтва Генштабу Узброеных сил Беларуси у войсковой части зладили показальное мероприемство с импровизованным уладкованием моста и его обороной. Войскоўцы лічуть, такая сустреча – добрый приклад патриотичного выхования. И молодь подтримливает идею. Военная профессия – это просто интересно. Много чего интересного. Чего именно в военной части – это именно парни. Девушкам тоже может здесь что-то быть интересное. Даже полазить по машинам это интересно. На плацу тих, хто визначився під час сумісних стратегічних вучень у Захад-2017, а так само самооддана несе службу у інженерних войсках Республіки Білорусь, означили грамотами, каштовними подарунками і медалями від керівництва військової часті і Міністерства оборони Білорусі. 188-я гвардійська інженерна бригада является воинской частью непосредственно подчиненного управления инженерных войск Генерального штаба и по праву может на сегодняшний день быть названа одной из лучших. В этом году, в учебном году, бригада приняла участие абсолютно во всех проверках, внезапных проверках состояния боевой готовности вооруженных сил. Она приняла участие в совместном стратегическом учении, она приняла участие, военнослужащие бригады приняли участие в
армейских международных играх на территории Российской Федерации и показали очень высокие результаты, которыми мы по праву могут гордиться. Катерина Балукова, Кристина Каранкевич, Миколай Соболев, новини региона. Больш за 3000 удельников собрал первый могилевский Мебелаин-марафон. Лепших вызначали атлеты из усіх регионов Беларуси, а так само России, Польши, Литвы и Италии. Сярод триумфаторов спаборництва и представники нашей области. Яким отримался первый у истории могилевский Мебелаин-марафон, расскажет Илья Соболев. Подея, якую мы чекали 30 годов. У неделю Могилев примал легкоатлетичный марафон. Позмагаться за его узнагороды вышли как аматоры, так и профессиональные спортсмены. Мы, кажется, еще не так давно встречались с губернатором, и у нас вот такая рождалась такая идея, думаю. И вот если ты очень веришь, и если ты приложишь очень много силок, я думаю, не может тебя в жизни не получиться. Я очень верю, здесь может будет рождаться чемпионы, которые гордостью будут нести белорусский флаг на мировых аренах. Марафонцы поспробовали свои силы на одной из трех дистанций. Большинство атлетов выбрали бег на 4 километра. У девчат первой на финише была могилевчанка Илона Иванова. В моей личной коллекции этот кубок, я уже даже не знаю, какой по счету, но все же приятно, конечно, к победе. Но я занимаюсь спортом профессионально, в основном я бегаю, моя дистанция это 800 метров. А здесь для участия так все красочно, красиво. У нас впервые в Могилеве такой пробег проводится, поэтому для нас это как праздник. Святом марафон стал для всех его удельников, а это рабочие, дерслужащие, студенты. Усе яны не побоялись выйти на старт и годно представили Могилев. Я поступила в Могилевский государственный университет продовольствия, и там я начала ходить на легкую атлетику. И нам сказали, то, что если мы пробежим эту дистанцию, то это будет хорошим стартом. Не первая медаль. Вот я греблей занимаюсь. Вот. Поэтому хорошо, если будут такие марафоны чаще. Вот так очень понравилось. Хорошая атмосфера, все так хорошо настроены, весело. Мы решили выйти с семьей, поскольку выходной, праздник сегодня, день учителя, день пожилого человека. Как бы решили поддержать такое массовое, хорошее спортивное мероприятие, как Мебелайн-марафон. Самой складанной, зразумела, была марафонская дистанция 42 километра. Перемогу святковал наш земляк Юрий Каптеров. Сложного, наверное, не было. Мы пробежали ее, готовились как тренировку, бежали. Пробежали как хороший длинный бег. Эти горы даются неспроста. Пришлось 5-й и 6-й круг немножко потерпеть в эту гору. Ну а так, все удачно, все. Как и рассчитывали. Рассчитывали выиграть, мы и выиграли. Могилевский Мебелайн-марафон этой осенью стал головной спортивной подеей Могилевской области. По улицах областного центра пробегли тысячи удельников из разных краин света. Организаторы обещают, Могилевский марафон станет традиционным спортивным святом. Илья Соболев, Виталий Вопсев, новини региона. Обновленные физиотерапевтичные кабинеты, сучасное диагностичное обсталевание и великие планы по развитию электронной системы охоты здоровья. Такими напрацовками Могилевская центральная поликлиника отзначает свой 150-годовый юбилей. Зараз у этой лечебной установе на обслуговывание больше за 35 тысяч человек. Починалося все с амбулатории, кабинета и трех специалистов. Сегодня центральная поликлиника Могилева не только сучасный медицинский центр. У одну систему объединена 12 дорослых поликлиник, 4 дитячие, стоматологии, городские больницы. А это около 7 тысяч медиков. Я могу сравнивать с оказанием медицинской помощи в ближнем и дальнем зарубежье, потому что по роду деятельности, да и, собственно говоря, для того, чтобы учиться, сравнивать и перенимать лучшее, пришлось объездить достаточно много стран и во всех странах знакомиться с системой здравоохранения. Поэтому я могу сказать, что на сегодняшний день более доступного и погрешу, наверное, против истины, что более квалифицированного здравоохранения нет практически ни в одной стране мира. Поликлиничное звено многие лечат наибольш важным у системе охоты здоровья. 80% населения звертаются миновито у поликлиники и на этом этапе отрымливают 100% допомогу. Тому в Беларуси разглядают перспективы развития поликлиник по наступных накерунках. Обновление материально-техничной базы, повелишение объема меддопомоги и в уголе удосконаление организации работы.
шаги в сторону развития электронного здравоохранения. О заболеваниях любого пациента может узнать сотрудник скорой помощи прямо в автомобиле скорой помощи. Если пациент находится в бессознательном состоянии и есть возможность идентифицировать его личность, то в любой больнице Республики Беларусь мы будем знать, какие препараты ему помогают, какие обследования ему были произведены, какие препараты ему противопоказаны. Завершаются перамовы Могилевского городского выконавчего комитета с китайским боком на конт створения у центральной поликлиницы Центра китайской традиционной медицины с соправдными китайскими урочами. Медики уверены, что такие методики вельми перспективные для неврологичных хворых. Катерина Городницка, Миколай Соболев, новини региона. Садовины и гародніны удосталь. На районам Кірмашы дары восені у Магілёве гараджанам гэтымі днямі вітамінную прадукцію прапанавалі каля 30 суб'ектаў гаспадарання. Сельгасвытворцы, гандлёвыя кропкі і індывідуальныя прадпрымальнікі прывезлі шырокі асартымент ад бульбы і наліўных яблыкаў да мясной і рыбнай прадукцыі. А яшчэ саджанцы, кветкі і шмат чаго іншага. Напрыклад, бульбу можна было набыць у сярэднім за 35 капеек за кіло, капусту за 25. Магілёўчане карыстаюцца магчымасцю набыць свежай прадукцыі айчынных вытворцаў і зрабіць запасы на зіму. Надо посмотреть и перчика, и картошки. Осень же все-таки, всего надо посмотреть немножко. Мы из Брестской области, Сталинский район, деревня Рубель. Так, это вся ваша продукция? Все наше, да? Выращиваем, да. Все с огорода? Да. Огурцы, перцы, орехи грецкие есть. Да. Люди покупают, берут? Ну, конечно, берут потихоньку. А что больше всего нравится? Какая ваша продукция? Клюква. Клюква? Да, в ней больше всего витаминов. Мы самохвалы, выращиваем продукцию сами. Ну и, соответственно, выращиваем и продаем. Это образцы косточковых и кустов, да. А плодовых с собой нету. Ну, яблок, груш нету образцов. А это сливы, там, крыжовник, смородина. Купил много чего. Рыбку, клюкву, все на зиму. Наступным разом кірмашы ў Магілёве зладзяць 14 кастрычніка ля 17 школы, а 15 кастрычніка ў мікрараёне Саломінка побач з гандлёвым цэнтрам Крыніца. У восень у Магілёве плануецца правесці 22 кірмашы, а па вобласці увогуле каля 4 сотень. Дранікаў і добрага настрою хапіла ўсім. Даніну павагі самай любімай нацыянальнай страве беларусаў аддалі ў магілёўскім этнакомплексе «Зялёны гай». Прафесіяналы з навучальных установ і кулінары-аматары гатавалі дранікі розныя і смачныя для спаборніцтваў і проста ўсіх наведвальнікаў. Былі ў праграме і конкурсы з бульбай і аўтэнтычная музыка. Атмасфера і смак свята ў нашым матэрыяле. Такие наши белорусские драники. В Белоруссии у нас в этом году очень хорошая картошка. Посмотрите, как прекрасно, когда есть все. Мы уже сготовили два ведра, пожарили дранику. Пательня удельников фесту не остывая. На водор смаженной бульбы идут и идут. Такой колькости бульбяных оладок, как у зеленым ГАИ, не готовит ни одна господыня. Аматоры и профессионалы, каждый по своим рецепте, бесплатно смажет драники для всех. Але головная их задача – сдивить журы у конкурсе на лепшую страву с драниками. Это оладьи из картофельного пюре. Добавляли сюда разные специи, тмин, кориандр, даже добавляли паприку. И добавляли, ну все, это как бы нетрадиционная технология считается. За лепший драник и приз «Золотую тюрку» спрачались 7 команд. Три из них – профессионалы из Могилевского университета харчевания. Ну а гости свята выбирали своих фаворитов. Ты наверняка драники любишь. Да. А за что? Они вкусные просто. А сколько ты за раз можешь съесть? Много. Самые вкусные были вот инженерно-экономического факультета. Да. БРУ. Очень отличные драники, вообще советую всем. Это, мне кажется, в первую очередь возможность отдохнуть, какие-то получить положительные эмоции, ну и плюс встреча с друзьями. Конкурсы и гульни с бульбой для малых, атмосферные фотозоны и просто доброе бавление часу. Гастрономично-музычное свято наведали каля 10 тысяч человек. Фест стал доброй нагодой, каб узгадать, что нас объединяет более, чем сдается. Важно, что сегодня у нас, так скажем, во главе угла наше национальное блюдо драник. И Могилев имеет право, сегодня такое имеет право, и надеемся навсегда такое право, претендовать на звание кулинарной столицы, как минимум Беларуси. Олеся Рыбалка, Кристина Каранкевич, Миколай Соболев, новини региона. Наши новини доступны на сайте tvrmogilev.by. Ну, а я с вами развитываюсь. Дякую за увагу. До встречи.